чё я кверх тормашками-то поставил, старый? Ты чё? Есть, снимай, блядь. Да ладно, я так. Ты чё, прикалываешь совсем? У тебя даже через леску укладки не уложено. Сматывай. Пиздец вообще. Что так? Комедия, блядь. Рыбой пахнет, чуешь? Да. А я кого-то поймал. Серьезно? Ну кого, какого-то дрыща. Если это, конечно, дрыщ вообще. Нет, дрыщ какой-то. Первый судачок на оке. Хорошие места какие-то, смотри, прям с травой интересно. Вот здесь покидать, наверное, по щуке хорошо. Смотри, кувшинки, 5 метров. Ну, смотри, какая бровка. 2,8. Бросать хорошо, щуку плавить, наверное. Так, ну вот, возможно, я нашел хищника. Глубина 7 метров. Короче, понтос давай ставить. Так, первый вопрос, что поставить? Ну что, друзья мои, мы на оке. Серпуховской район. По сути, первый раз я здесь. Попробуем что-то поймать. Нашли места с глубинами где-то 6 с лишним метров. Попробуем сейчас пройти троллингом и побросать потом, возможно, джигом. Вот, может быть, куда-то сместиться и покидать твичем. Судя по воде, я наблюдаю очень много здесь, ну, стоящего, наверное, сазана, я не знаю, леща, то есть пузырики, кто-то роется. Вот, бели, короче, много. Вот. Посмотрим, что мы сможем поймать из хищника. Надеюсь, что-то есть. Но, в принципе, предварительно пока что-то я вот прям по эхолоту большого обилия хищной рыбы не вижу. Так, пока оснащаемся. Продеваем плетеночку. Я сейчас... Мне надо сюда придумать какую-то резиновую штуку. Так, а это откуда? Так, ты давай сразу взял, убрал. Вопрос в него. Так. Набрали мы тут с собой много всего. Приманок. Место новое, не знаю, что брать. Еды, канистра запасная. Короче, поездка веселая. Ну, что-то капец. Первый раз, первый класс. Да. Сейчас попает. Какие цвета ставить, тоже непонятно. Ты какую поставил? Натуралочку? Я поставлю зеленую. Ну, будем пробовать. Что на что?
сюда не привязываю. Будем переходить на то, что... Ну, здесь вот что-то уже какое-то непонятное самище. Первая дорожка мимо. Попробуем еще раз зайти. Сейчас поставим бандосик и, наверное, трон. Нашли интересные перепады. Прям холмы хорошие. Дальше будет еще больше. У нас опять углубление. Поймал. Ну кого, какого-то дрыща. Если это, конечно, дрыщ вообще. Нет, дрыщ какой-то. Мой первый судачок. Убегай, убегай, убегай. Первый судачок на оке. Так, отработал бандит. И такого маленького мы отпускаем. Отработал уголек опять. Ну, это вообще, блин, тренер по мэнсам пошел, блин. Они больше не производятся, как говорится. У тебя ласты есть, акваланг? Ты умеешь выбирать? Это леска. Смотри, мы здесь кидали, считай, да? Не особо на джиг поклевывал. А такой дрыщ, на такой воблик укусился. Причем по-честному. Есть. Есть, есть, не работает движок. Вот так. Точно есть? Может, зацеп? Больше нет, хрен знает. Лучше зацепил. Ну, чувствую это, как сел, как камушек. Че там, судак? Непонятно. Камушек, блин. Я говорю, там точно мэнс мой. Прощай, скажешь. Сетки соберешь. А я аж обрадовался, думал, там может быть, ну хотя бы килошник. Не, ну так. Да? Ну ты пока не адреналин схватил. Так. Можно вообще без поводка. Пускай. А, ты сделал быстросъемную эту что? Да. Да.
Пошел ее Зурик, он убил. Так, отец пробует перекат чабиками от Цуёки. Я пробиваю 2 с лишним метра. Более глубокий перекат. Погода сегодня, конечно, кабзда. Опять дождь. Все намокло. Все намокло. Поездка просто атас. А ты перекат какой говорил? Вот этот или тот? Вот этот. Ну. Нету здесь рыбы, да? Вот сюда подходит постоянно, вот. Прыгает, да? Прям к берегу подходит. А, вон прям мелко. Он камни, да. 15 сантиметров 30, вот так вот. Ну он должен здесь быть или за ним, он там. Он там, по идее. Выдра. Вот зарядил, блин, трындец вообще. А? Ну поехали-то, а что ты? Нам еще не хватало заболеть. Погнали. Сейчас другую коробку. Хотя кто-нибудь сюда пихнул. Выезд на Оку провальный. И по головлю, и по жереху, и по щуке, и по судаку, и по саму вообще. Как-то так. Первый блин ковом. Ну и погода нас очень сильно подкачала. Так, все мокрое. Все сушить, сушить и сушить. Просто пипец. Кабзда. Так, батя, в отвес на цикаду от Strike Pro. Сук зашел, блядь. Блядь. Ну небольшой был. Твой рамчик. Ну ты видел. Да. Давай, сделай нам рыбалку.
Да, судак поклевывает, но как-то не очень. Не крупным. Печки неуверенные. И просто вот так вот на такое подергивание. Да. И когда он взял внизу. Убьет, да. До дна вот касается. Не ударяешь вообще. Ну это я понял. Сошел? Не сидит. А, дед, ракушки клюют у тебя. Нет, туда дергал мне. Не, ну тот судак как был. Да, тот дергал. Поклевка была. Он где-то здесь, да, стоит. Он где-то стоит здесь, что-то его там, может, плита как раз та, которую я искал. Итак, поймали одну ветку, одного дрыща, ракушку. Ну и было еще несколько поклевок. Кого неизвестно. Поймал. Нет. Что, подсак даже нужен? Ух ты, щука. Такая, смотри, какая хорошая. Она... Берем. Куда ты ее берешь? Зачем тебе она? Курум. Чего? Курум. Привезем. Мамка обрадуем. Ну, первый хоть достойно рыбку. Поздравляю тебя. На юзурик. Сейчас погоди, так не бери так. Куда мы... Рыбой пахнет, чуешь? Да. Так, ну подожди, там красная сумка, вон она. Ну и как поклевка-то была это? Ты вообще хоть что-нибудь почувствовал? Вот какая-то была. Просто повисла и все? Не повисла, она. Нет, она дергаться начала. Обычно щука так себя не ведет. Она... Ну, то есть поклевки не было рывка, да? Было. Был? Да. Ну, вот видишь, поклевки не было. Не взяла прям за кончик, за зад. Неактивно, да. Так, один судачок совсем маленький и щучка более-менее.
раз оснащена и нормально. Блин, очень странное место вообще, рыбное. Прям вообще, ну прям вот как из какой-то сказки, блин. Из рассказа из какого-то. Здесь глубоко, считаю, около 2 метров. Но хищник должен подходить, по-любому здесь он должен быть. Ну где удар головлиной? Ну что, друзья мои, вот и закончилась наша поездка на Аку. Поймали мы одного маленького судачка, более-менее там, разумительную щучку, куча ракушек, веток и тому подобное. Стояли сейчас на видео вот, на перекате, головля, жерех, окуни, вообще ноль, ничего, ни одной поклевки. Возможно, погода, возможно, что-то еще. Но вот как-то так. Поездка получилась именно такая. Все, друзья мои. Всем пока.